Итак, мне задали вопрос, как ставить левую руку на Les Paul подобных гитар. Я вам так скажу, что принцип один и тот же. Я о нем говорил в своем видео про постановку левой руки для электрогитариста и дополнял еще более таким технологичным, так скажем, видео, которая требует больше внимания к левой руке и на примере конкретных там упражнений. Вот. И сейчас просто вам расскажу, в чем суть. Ну, во-первых, любая посадка или постановка должна стремиться к тому, чтобы не нарушать вашу анатомию. То есть вот видите, как я сижу? Например, Зак Уайлд тоже примерно так же сидит. Гриф чуть-чуть вперед всегда. Почему? Потому что задвинутый гриф назад зажимает нам левую руку. Соответственно, у нас будут проблемы со свободой движений по грифу, потому что левая рука уже будет пережата. Потом, понятное дело, что живая игра, где уже комплекс различных движений, упражнений, не позволит вам руку всегда держать идеально. Да, будут моменты, когда, надо будет немножко выкрутиться. В случае с Les Paul подобными гитарами, вот у меня Gibson Standard, настоящий Les Paul. Вот. Здесь доступ к верхним ладам, он затруднен, ограничен за счет вот этой пятки, которая, кстати, на каких-нибудь там Gibson Access, Custom, на всяких там, она сглаживается. И это круто на самом деле, потому что так легче. Но в целом гриф очень удобный у Les Paul. Вот. Ну, суть, опять же, в чем? Нам не нужно ни передавливать, ни пережимать ни так, ни сяк руки. То есть нам надо стремиться к тому, чтобы вообще вся наша позиция была на руки вот в таком виде. То есть, что бы мы ни играли, стараемся по минимуму закручивать руку сюда. Чтобы рука по минимуму закручивалась, гриф надо подымать, потому что так рука закручивается еще сильнее, когда мы хотим играть на шестой струне. Да, вот здесь вот так. Это сложнее, чем... Поэтому нам нужно что сделать? Нам нужно приподнять гриф, чуть-чуть отодвинуть его в сторону. А когда мы уходим наверх, то рука совсем раскрепощается, потому что она возвращается в свое анатомически, как бы, свободное, правильное положение, и левая рука... Вот в таком положении подвигайте пальцами, вы почувствуете, что так двигать тяжелее, а вот так легче. Вот поэтому весь принцип посадки, постановки рук на электрогитаре, классической или так далее, там подобное, то есть неважно на какой гитаре, заключается в том, чтобы освободить руку от каких-то пережимов, за счет того, чтобы сесть максимально естественно. И уже гитару крутить, как бы вертеть, адаптировать под свою анатомию. Но никак иначе. Вот это очень важный момент. Большой палец, да, если вы его сдвинете сюда, вы сразу заметите, как вы пережимаете вот эту мышцу. Ну и, соответственно, зажимы вам гарантированы. Большой палец должен быть тоже, стараться максимально держать его в его естественной расслабленной форме. Тогда легче играть, не так сильно напрягается рука, когда вам надо долго что-то играть, вытаскивать скоростные пассажи там. Видите, большой палец. Ну, а если вы играете здесь, ну, в целом, когда вы играете здесь, большой палец не даст вам возможности сдвинуться сюда. Почему? Потому что вы упретесь в пятку грифа. Вот. Ну и поэтому его отодвигаем еще дальше.
собственно говоря. Вот, еще один такой момент, это стараться не пережимать кисть вот так. То есть, если нам хочется играть вот так, то это тоже затрудняет движение, зажимает кисть. Вот. Кисть должна максимально быть свободна. Вот. Вот. Стараться сдвигать вот эту вторую опору чуть-чуть дальше. Но об этом я очень подробно говорю у себя на канале, поэтому... Поэтому переходите по ссылочке, там я оставлю для вас видео, где я вот объясняю, как вообще руки должны стоять. Ну, если у вас возникают вопросы, то пишите мне в комментариях обязательно, я отвечу, посоветую, досниму что-нибудь. В общем, пока что все. Счастливо вам.